У червні відкриється Академія «Золотий ключик». Що це за академія, знають наші гості. У нас у студії Віктор Завізіон, регіональний директор фестивалю «Академія «Золотий ключик», та Наталія Грищенко, керівник шкільного телебачення 19TV. Доброго ранку. Доброго. Рада вас вітати. Розказуйте, що за академія? Вона буде працювати декілька днів. Кого на ній чекають і хто буде її учасником? От команда вже где-то, ну, сложилась уже. В прошлом году ми проводили такий фестиваль здесь, в Николаєві. Він пройшов доволі удачно. І так вийшло, що от сюди, на 12 число, едет десант из 40 человек. Я не могу всех перечислить, потому что, ну, допустим... Кто это? Участники, члены жюри. Это вот и члены жюри, и организаторы, и те люди, которые будут выступать перед Николаевскими. Влада Литовчина, композитор Быстряков, Грицкан, Спивак, Литвинкович, Спивак, Кадочникова Лариса. Ну, в общем, я не очень трудно всех. Лучше прийти на них всех смотреть. Это люди просто, которым нравится этот фестиваль, они ему бескорыстно преданы, и поэтому обязательно ждут, им интересно вообще, вот встреча со зрителями, особенно так, с Николаевской. Что будет відбуватися в рамках фестивалю? Ну, будут выступать талановитые дети в разных номинациях. Який вік, які номинации? Школьный вік. Номинации, значит, художники, это новые совершенно, вокал, хореография, кино, театр, это у нас самое главное. Будут соревноваться чтецы, будут соревноваться поэты, которые сами придумали стихотворение. Будет мисс и мистер фестиваль «Золотой ключик». Это так модный такой проект на подиуме. Вот такие вот номинации. Новость совершенно этого фестиваля, чем мы отличаемся от других, во-первых, и самое главное, мы проводим этот фестиваль бесплатно. Не надо вступительные взносы. А кто может стать его участником? Еще набір триває? Пусть заходит в YouTube «Золотой ключик» или в Google. Заходят «Золотой ключик», набирают там. То есть еще заявки принимаются? Еще принимаются, да. Так, но у нас самое главное будет происходить, если нам это удастся. Это на Соборной площади возле памятника Святому Николаю, да, мы поставим на 4 дня микрофоны, да, и может принимать участие, зайти в этот фестиваль любой желающий ребенок. Ось так. До якого віку? Так, опять-таки школьный. Скину. Хочешь, танцуй. Вот, Галочка, вы сказали номинации, но если придет кто-то и покажет, допустим... Что-то новое? Что-то новое, но тоже цирковой номер вот на этой площади. Главное, что все будут замечены, все войдут в фестиваль. Відкритий фестиваль. Відкритий, так. Зрозуміло. І ось тепер повертаюся до гостей фестивалю. Ви сказали, що 40 осіб їде, таких талановитих, так, відомих людей. Вони ж не просто будуть сидіти в журі, вони будуть ще й брати участь у мастер-класах. Мастер-класи будуть обов'язково, але ж, а ще ж вони будуть показувати свою творчість. Кожного вечора там, в дворике Русского театра, они будут показывать то, что они всю жизнь делают и делают великолепно. И городяне також можуть прийти подивитися. Так, совершенно верно. Але все ж таки, головне – це учасники фестивалю. Ось зараз ми представимо вам одних учасників, так, тільки одну, представників однієї номінації. Так, в якій номінації? Телебачення. Так? Здравствуйте. Наталья. Я представляю школьне телевидение 19 ТВ. Колеги, вітаю вас. Да, дякую. Так. Ви з 19-ї школи, тому і нас така. Школи. Алексей Алексеевич, если, пожалуйста, не ругайте вашу подчиненную, что я в прошлый раз, сидя здесь, назвал вашу школу 17-й. Это 19-я школа, и должен быть знать, что это 19-я школа, что там очень редко есть телевизионная школа в этой общеобразовательной школе. Ну, знающие нас знают, что это была оговорка. Так что вы хотите... Так, вот это у вас целая школа телебачення, не просто... ну, якесь хобі чи захоплі, а це вже школа, майже професійна, можна сказати. З вашого дозволення я розкажу вашим зрителям об історії цього проєкту. Значить, студія в школі працює вже кілька років.
Но успех этого проекта и большой прорыв мы связываем именно с этим годом, потому что это связано с тем, что тот опыт, который у нас есть, позволил нам сделать определенные выводы, внести корректировку, и даже мы в корне поменяли формат. Что у вас за формат? Да. На чем это проявляется? В команду пришли новые дети, живущие, увлеченные этим делом. Во-вторых, у нас есть традиции. Мы создали свой логотип, слоган. И даже в конце этого учебного года мы работали над роликом-визиткой, который представляет дух нашей команды. Какое же гасло відображає дух вашей команды? Значит, у нас несколько есть слоганов. Вот, к примеру, несколько из них. «Будьте успешны и нам с вами по пути» – это говорит о том, что любой участник может стать, любой человек может стать героем наших сюжетов или передачи. Вот. А еще мы заканчиваем свои сюжеты и выпуски передач «Доброе утро, школы» таким слоганом. Это было 19 ТВ, и мир освещается нами. То есть достаточно глубокая и многозначная фраза. Що ви створюєте? Який продукт? Значить, новини, я так зрозуміла. Це студія. Як часто і де можна подивитися так. його? Значить, ця студія була створена в школі для того, щоб создати відеотеку школьної хроніки, а також інформувати наших учащихся, родительську общественность о том, какі события происходят в школі, достижения отдельных учащихся, це учителей. Це важливо. Да. Вот. Це, звісно, стимул, це ситуація успіху. И это была такая нарезка школьных новостей, а потом пришла идея выпуска передачи «Доброе утро, школа», над которой мы работаем до сегодняшнего дня. Как часто выходит ваша передача? Значит, передача «Доброе утро, школа» выходит раз в две недели, и именно с нее начинается рабочая неделя в школе. Поэтому перед нами задача дать в начале рабочей недели такой позитивный настрой, оптимистический заряд. Мы пропагандируем ценности жизненные, показываем то, как можно стать успешным в пределах своего класса, школы, своей общины. Кто працює над выпусками? Значит, над выпусками у нас команда на сегодняшний день из 20 детей, притом это дети, начиная с 9 лет и заканчивая выпускниками. На данный момент у нас 4 наставника, мы их называем кураторы. Вот это вот наша команда. Ну, поддержку, конечно, нам оказывают большую, это сама школа, родители. Ну и нам материальную помощь оказал народный депутат Украины, поэтому у нас есть возможность снимать качественно продукцию. А дети работают в двух направлениях. Или это техническое направление, это камера, монтаж, или гуманитарное, это ведущие, сценарии и так дальше. Ну, молодці, як сприймають глядачі, бо ви ж працюєте на глядача, да, Віктор Данілович? От головна справа – це і творчість, так, зробити щось от, з нічого, із події, зробити ось таку цукерочку, показати її на екрані. Ну, але щоб глядач побачив і оцінив, правда? Ти ж знаєш, що от ми ж больні з тобою от цим ділом, яке називається телевізіння, і мені хотілося, щоб тут, в Ніколаївській області, вся область була охвачена цим. Поэтому мы сделали бесплатный фестиваль. Когда я готовился к этому фестивалю, получилось так, что многие дети даже в Николаев не могут приехать. Нет денежек, понимаете? Из области. Из области. А участвовать. И мы подумали, ну как же так? Может попадутся такие ребята талантливые, а нет денег, чтобы поучаствовать в фестивале. Мы это сделали. И еще одна особенность этого фестиваля. Мы пригласили в этот фестиваль инклюзивщиков. Понятно это кто, да? Притом пригласили не фестиваль инклюзивщиков фестивали, а на равных. Они будут выступать на равных вместе со всеми остальными детками. Вот такая вот ситуация. Виктор Данилович, можно я дополню? В нашей команде есть ребенок-инклюзивщик Олег Колесник. Так. Вот поэтому он тоже член нашей команды. И надеюсь, мы его тоже увидим на золотом ключике. Треба представити дитину, що він робить. Ну, Галя, вот что мы ожидаем? Что я ожидаю от этой команды, от них? Да, я с ними познакомился еще зимой. Да. Так интересно мне стало. Они, я не знаю, уже соперники нам, между прочим. Знаешь почему? Так, на пятый наступает молодец. Они хорошо снимают новости. Мне понравилось то, что они делают, понимаете? Так вот я хочу, чтобы они на фестивале каждый день снимали фестиваль и наш город. Мы бачимо зараз видеокадры, да. Зняті дітьми. Так, це вот как раз это и есть Олег Колесников. Вот мы
показали его историю, как нелегко этому ребенку, нелегко, с одной стороны, но как легко ему быть в вашій команді. В нашій команді, да. Я знаю, що ви співпрацюєте і не тільки в рамках своєї школи робите новини про шкільне життя, а і виходите за рамки шкільного життя і робили вже з відомими людьми репортажі, так? Совершенно верно. Хто у вас був гостя? Значить, ми викладаємо свої роботи в трьох істочниках. Це на собственному каналі 19 TV в Ютубі, в групі Facebook з таким же названням і на сайті нашої школи в разделе «Школьное телевидение». Поэтому о нас в городе знают и приглашают освещать различные мероприятия в городе, на уровне города, области, управления, образования, там, серпневая конференция. И нам интересна эта работа, и поскольку нас приглашают, значит, у нас получается. А если бы от фестиваля оттолкнуться, такая уже хорошая мечта, вот такие телевизионные школы, которые есть, у нас две, я знаю, Николай, может быть, еще есть, я не в курсе дела, но такие же школы хочется организовать, даже в Киеве такого нету, организовать по всей Украине. И вот представляете себе, всеукраинское, детское, нормальное телевидение, каждый выходит с регионов с детскими программами и дает на всю Украину, а? А що на фестивалі ваша школа представить? Значить, ми прежде всего о золотом ключике наслышаны ранее, и поэтому мы хотели быть там участниками, конкурсантами. Но потом Виктор Данилович вместе с Александром Махотиным нашли нас, так сказать, и приезжали для того, чтобы предложить нам быть не только членами, конкурсантами, а еще в качестве партнеров. И как уже Виктор Данилович сегодня заявил, мы будем вести видеодневник фестиваля «Золотой ключик». Чудово. Ну, нормально. Це вже рівень, правда? Ну, так поближе ж к нам. Вам же нужна замена, правда ж? Ну, ще ми трохи попрацюємо. Ну, а куди ж діватися? Куди ж діватися? Ну, я дякую вам за те, що ви прийшли розповісти і про діяльність такого шкільного телебачення. Я думаю, що городянам було цікаво дізнатися, що у нас у школі вже працює справжня телевізійна студія. І нам також приємно, що є у нас конкуренти юні, будемо підтягуватися. Ми не волшебники, ми поки вчимося. Нічого, навчитеся. Галочка, предлагаю, от прямо зараз говорю, я приглашаю тебе лично от руководства нашого фестивалю прийняти участь в роботі нашого фестивалю в любой іпостасі. Ну, дякую. Ну, дуже не как приємно. Исполнителя, а как настоящего великолепного мастера. Помоги нам, пожалуйста, провести этот фестиваль. Тоді, я думаю, доречно буде сказати, коли і де відбувається фестиваль. 12-17 червня Российский драматический академический театр, дворик и главная сцена. Дом творчества учеников, это на площади все знают. Библиотека имени Гмирёва, там будут проходить кино-конкурсы. Художники будут в детской художественной школе. Ну, да, если еще будет это. И самое главное, дай бог, чтобы все было у нас в Каштановом сквере, где будут проходить и выступления знаменитых людей, и выступления участников фестиваля, и тех, которые только хотят попасть на фестиваль. Я вам дякую за цікаву інформацію. На всьому фестивалі, звісно, ми не зможемо побувати, але на якийсь день завітаємо обов'язково. Дякую вам. Наснаги, терпіння, щоб все вам вдалося. І потім з переможцями приходьте до нашої студії. Дякую, добре. Спасибо большое.